Нет темным улицам и дворам. С таким девизом на проверку выходят сотрудники Государственного административно-технического надзора. На этот раз главный инспектор Московской области Татьяна Витушева совместно с руководством района проинспектировала состояние объектов уличного освещения в городе Щелково. Особое внимание инспекция уделила детским площадкам и внутридворовым территориям. Выяснилось, что со светом здесь проблем почти нет. Игровые формы освещены хорошо. Темных дворов проверяющим тоже обнаружить не удалось. Не горят лишь единичные фонари. Но это не значит, что инспекции не удалось выявить недостатков. Одним из проблемных мест оказался детский сад номер 30 в микрорайоне Жигалово. Здесь уже продолжительное время не освещается территория дошкольного учреждения. По словам заведующей, это произошло из-за проблем с Огуневской электросетью, в ведении которой и находится садик. Переписка с поставщиком электроэнергии длится уже давно, но результатов пока нет. Реакции никакой, да? Они нам отвечают. В течение месяца, как положено по закону, нам отвечают, но что это не их вина, и они не знают, а потом они стали утверждать, вообще у вас вообще не было света. Татьяна Витушева поручила районным властям взять вопрос на контроль и в кратчайшие сроки помочь руководству детского сада решить проблему с освещением территории. После окончания проверки Татьяна Витушева подвела итоги выезда. Главный инспектор в целом осталась довольна состоянием объектов уличного освещения. В общем и целом все-таки город освещен. Это надо констатировать, потому что мы без предупреждения заезжали, заходили во внутридворовые территории и смотрели, они достаточно были светлые. Поэтому я считаю, что все-таки Щелковский район с точки зрения проблем со светом в части, касающейся такой системной проблемы, не имеет. Это хорошо. Но расслабляться районным властям, по словам Татьяны Витушевой, не стоит. В городском поселении Щелково еще много недостатков. В частности, особое внимание местным чиновникам стоит обратить на проблемы вывоза и уборки снега, а также состояние и уборку детских площадок. Мария Смирнова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».